Настоятельно не рекомендую повторять действия, приведенные в данном видео, иначе вам может грозить бан аккаунта за использование багов. А что если мощный прорыв будет называться это видео? Вот сюда. Хорошо, но там надо так настакать сейчас будет. Смотри, что делает. Ля, ты что делаешь? Не забывайте, что за это вы можете получить бан, ребята, я напоминаю. Ой-ой-ой, Энигма прыгнула! О, как лагает! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если мощный прорыв будет называться это видео? И что в этом видео будет? Сразу говорю, ребята. Это видео у нас будет немного механику ломать. И ломать немного игру. Ломать немного дотку. Поэтому, ребятки, сразу говорю, за это вы можете получить бан. Сразу говорю, за это вы можете получить бан. Бан. Поэтому я не рекомендую так делать, как я сейчас буду делать. Поэтому, ребятки, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Не забывайте подписываться на YouTube, не забывайте подписываться на ТГ, чтобы не пропускать подобные видосы. Поэтому, ребятки, вот такая тема. Ну а что, что касаемо видоса. Все видели шорт у меня на канале, и сегодня мы это будем повторять. Вот это мы берем вот здесь вот. Подпушиваем, вернее, не подпушиваем, подстакиваем здесь крипов. И я хочу закрыть еще и низ. Но посмотрим, либо верх, либо низ еще закроем. И будем смотреть, как это все у нас дело обстоит. Поэтому, ребятки, я думаю, будет весело. Так, ну что, наша задача, конечно же, на центральном коридоре это задушить инвокера. Я там, смотрю, инвокера пикнули, взяли антимага, взяли хускара. Сначала наша задача, мы всех тушим, а потом начинаем делать вещи. Начинаем тушить. Немножко по-другому. Стакаем просто крипов. Посмотрим, у них, в принципе, только инвокер может отдефить. Инвокера сразу вырежем. Инвокера вырежем и будем дышить. Так, куру. Если что, вот так вот делаем сразу. Курьер у нас есть на старте. На старте, хорошо. Вот этого можно сразу, наверное, прописать. Мутя 6. Вот так делаем, да? Все хорошо. Пусть немножко человечек успокоится. Эту катку я решил писать в пабе, почему нет. Но все равно зафуловились несколько подписчиков. Конечно же, это как обычно. Как обычно бывает. 6-7 слоты. И 8-9-10 это ребята с паба. А вот эти ребята, это ребята, которые подписаны на мой ТГ. Там я анонсирую о том, что я буду писать видео. Заходите, ребята, будем писать видео. Все, и ребята фуловятся, и мы вместе с ними пишем. Но не суть. Но не суть. Так, я готов к драке. Инвокер у нас в рейсбендовый. Профессионал какой-то. Какой-то профессионал на инвокере будет, походу. Ну, посмотрим сейчас. Сейчас посмотрим, насколько профессионал на инвокере. Насколько профессионал на инвокере. Давай, принимаю, брат. Монету я заберу. Монету заберу. Хорошо. Отлично. Ну, не сказать, что профессионал на инвокере. Иди нафиг. Нормально, да? Начало игры просто нормально. Ржомба пошла. Ой, красава, бро. Жесть. Так, ну это фастовый ботл. И инвокер летающий у нас, по идее, должен быть. Ух ты. Дэмэдж скрипов пропал. Инвокер щекотунчик чисто с фрейсбендом. Инвокер через фрейсбенд вначале это такой щекотун, это просто жесть. Инвокер это щекотун. Пока он не прокачает себе хотя бы чуть-чуть экзор там на второй левел, он будет просто щекотить крипов. Это дело такое. Щекотунчик. Но не суть, короче. Надеюсь, по началу видоса вы, в принципе, поняли, что тут будет. Но это, ребята, напоминаю, за это вы можете получить бан. Сразу говорю. Это не используйте в обычных играх. Это я могу сделать для видео по рофлу. Все узнают, что у меня фановый контент, поэтому не рекомендую это использовать. Еще раз говорю, не рекомендую.
Не рекомендую это использовать. Это летающий инвокер, это нормальная тема. Оп. Оп, хорошо. Летающий инвокер, это нормальная тема. Поэтому, парни, будьте бдительны, за это вы можете получить бан. Также это можно еще делать другими героями, но я именно хочу вот этим персонажем, потому что вы видели, наверное, шорт на моем канале, да, на ютубе выходил шорт по поводу этой всей движухи. Если честно, я недавно, ну, относительно недавно пробовал это повторять, да, вот эту ситуацию, которая вот сейчас у нас получалась на шорте, да, и она не получалась. Возможно, были какие-то другие команды у бот, у крипов именно конкретно, и поэтому немножко не получалось эту затею делать. И хочу еще раз летающего инвокера. Хочу летающего инвокера. Но нет, это все, это максимум, что я смог сделать. Ну вот он и папчик. Вот он и папчик, ребята. Вот он и папчик. Выходим смело, надо писать нормально. Да, иногда вот так вот, ребятки, происходит, что вот так вот в пабе иногда приходится мучиться. Поэтому сделали мы рез сразу, чтобы игра была 5 на 5, чтобы было интереснее. Чтобы вам было интереснее это смотреть, естественно, я сделаю ре. К сожалению, таких моментов бывает на видосах очень много, ребятки. Но я стараюсь вот делать эту тему вот так вот красивенько, четенько. Сделали ре, ничего страшного. И погнали. Сейчас мы будем добиваться успеха в этой катке и посмотрим, как у нас тут будет происходить. Хорошо, let's go. Let's go. Будем сейчас смотреть, как это все дело будет обстоять. Твинхед вообще будет поджигать люто моих крипов. Но посмотрим. Твинхеда вырежем, да, будет не проблема. Энигма, Энигма тоже не проблема. Это прикиньте, огромная пачка крипов зайдет. Хайграунд зайдет вниз. Сначала низ открыть, потом... потом откроем мид. Потому что по миду доходят быстрее. Вот, и что будет происходить? Крипы все, по идее, если ребята их попытаются как-то дефить и перетягивать на колодец, под колодцем будет просто нереальное количество крипов, они будут просто тут все закрывать, и это жесть. Просто ужастик какой-то будет. Просто будет какой-то ужастик. Ну, посмотрим. Посмотрим. Звучит очень интересно, на самом деле, и реально круто. Ну, посмотрим. Вот так напишем. Было бы круто это посмотреть. Ну, посмотрим. Погнали. Сикера взяли. Сикер сможет отдефливать тоже хорошо. Там с одной только второй. Можно будет очень много дэмэджа крипом нанести. Посмотрим. Вообще, главное задушить. Если сильно задушили, have a fun. И все. Тогда можно вообще не париться. А, Магнус еще. Магнус от деф. Прикиньте, Магнус дефить будет. Тут, ну, очень много будет от дефа. Но посмотрим. Самое главное это загнобить. И как загнобим, так игра и пойдет. Самая главная задача это загнобить. Так, погнали. Все, четенькая каточка у нас началась, ребят. Спасибо всем, кто поддержит. Напоминаю, не забывайте поддержать YouTube канал подпиской. Подписку на ТГ не забывайте. Это по кайфу. Чтобы не пропускать видосы, чтобы быть в курсе внимания. В курсе всех моментов. Так, Магнуса я в миду только с прокаста именно таргетного убиваю, потому что он... Если я буду пытаться его закидывать под тэшку, он будет уезжать. Давайте немного его побьем. Он себе много позволяет. Хорошо. Бьем просто его. Побили чуть-чуть Тиника, очень много дэмэджа на ранней стадии. И можно аккуратненько. Да, не могу пройти, слишком много крипов. Это еще немного крипов, скажи. Фармим. Пока что фармим. Такой Магнус, типа, умный, да? Что-то там отводит, что-то там, что-то такое делает. Профессионал. Блин, не люблю, когда вот так вот крипы двойным дэмэджем вот так вот вливают. Таких крипов почти невозможно забрать. Ой, какой. Не, ну там профессионал точно, я вам отвечаю. Я вам отвечаю. О, жесть. Там супер Магнус. Супер гений. Там супер гений на Магнусе. Не могу направить, прикиньте.
Что ты хочешь? А, у него мана почти была. Че он так тупит? 70 там мана немного перед. Слабый Магнус. Стоит на миду, да, ничего сделать не может. Ладно, фармим, потеем. Крипа добивать будем. Крипочка добиваешь, катку оформляешь. Он пошел на руну. Ну, Магнус такой многообещающий. Магнус многообещающий. Хорошо. Не то, что в прошлой катке, да? С инвокером вообще изи стоять. Вообще без вопросов. Что там, реген был, прикинь. Нормально. Тил нуби Магнус какой-то. Йент смач какой-то. Что ты? Йент смач какой-то. Кто ты такой? Стики бы вообще взять. Я хочу в боттл и начать его прессинговать, чувака. Такой на Магнусе. Агрессивный чувачок. Можно было бы давно взять стик, да, сапог и на стиках жить пытаться. Стики это такое. Запас. Решил меня, короче, он тупо спамить, я понял. Спамить тупо. Давай. Кто кого переспамит. На пятом левеле прокаста дам. Я можно вот так вот сделать. О, ясно. Руин крипа, да, называется это. Крипа просто отдал ему. Ни одного крипа добить не умею. 12 крипчиков в миду, кстати. Все, гоу прокасты давать. Че, дядя? Вопрос. О, ты решил побегать, так ты же сам себя здесь заруинишь сейчас. Сам себя руинит на Магнусе. Нет. Я аваланчем не попал, чтобы вы понимали, да? Каким образом сейчас я не попал аваланчем вот здесь вот. Получается, вот сюда шла АОЕшка, а он каким-то образом вот сюда ушел. Боже, какой душнило на Магнусе. Иди отсюда нахрен. Что с этим Магнусом не так интересно? А ты не убиваешь меня. Что с тобой, брат, не так? Что с тобой не так, дорогой? Сам себя в канаву загнал тупо. Тупо в канаву. Но заруба лютая на миду. Заруба лютая. Заруба лютая. Ну, держится хорошо. Просто задрачивает и все. Просто задрачивает. О, хаста неплохо. Можно будет бегать куда-нибудь. Магнуса с прокаста я не убиваю. Вот внизу какого-нибудь сикера. Ну, попробуем. 700 хп. Варды стоят, походу, да, ребят? Нет, не стоят. Гоу. Не заберем ничего. Я все понял уже. Куда ты стан дал? Ладно. Я в любом случае... О, ну я понял, окей. На лёрике. Короче, низ больше гангать не буду. Но тут типа смысл такой, что твинхед, он, ну, плотнее чуть-чуть. Там по хпшечкам. Я поэтому так решил. Магнус душнило. Тупо душнило на Магнусе. По факту. По факту Магнус душнило. Но, если честно, старт плохой. Низ я пробежался, ничего я там не добился, к сожалению. ПС там убивает всех. Ходит. У них вард еще внизу стоит. Как-то вообще очень неудачно игра складывается. Очень неудачно. Мид я стою, потею. ПС Магнуса. Че он там еще, скажите, клаку сейчас купит. Ну такой чисто задрачивает вейвами.
Шокирует меня, старается шокировать и все. Хорошо, это смерть. Алексеевич, двойку смело ему давай, все. Да добей его. Пойдет. Душниловский. Но переиграно, получается. Самое главное, чтобы это было весело. А еще я хочу видосик теннис. Теннисный корт видосик хочу. Это будет вообще забавная тема. Там Тиник, Тускар будет. Чисто такие ребята. Типа постоянно будет в воздухе. Потом Рубика туда еще. Прикиньте, как забавно может получиться. Типа Рубен подкидывает. Тини подкидывает. Тускар подкидывает. Это все будет прикольно выглядеть. Но это пока что на словах. Безусловно. Ну, типа, извините, у меня нет МХ. 3 мид, окей. Но я хотя бы закупился, это радует. Я закупился. Чисто тип решил выйти на 9-м слоте в мидочек, кайфануть. Чисто кайфануть. Так, что по лардингу у нас? Пока что ничего. По началу игры, если честно, немножко хардово тем, что вот сейчас, да, на меня тут внимание какое-то чересчур. Душнило на Магнусе какой-то непонятный. Варды, ага, у меня забрали, да? Хорошо, ну вот так вот ТПшечку. Хорошо, фармьюем. Ну и мне кажется, моя команда не вывезет. Прикола с тем, что нужно тут загнобить и держаться потом где-то минут 15, пока я буду страдать фигней, по сути. Мне кажется, моя команда не вывезет. Там довольно-таки неплохие ребята. Магнус что-то там пытается, да, то есть он неплохо, неплохо делает относительно. Сикер сейчас на бустах, ну посмотрим. С первым даггером. Опс, поставь, да, спасибо. Спасибо. Магнус без РП, это радует. Магнус без РП, пойдем лесочек поколотим. А какой лесочек тут, если мид надо стоять? У Акса есть даггер, можно будет этим сейчас пользоваться. Хаста, нифига себе, круто все. Круто. Круто. Мне кажется, опять будут выходить, кидать мне Раптору. Ай, ну дед промахивается, извините. У меня так и не бывает. Сколько он? 5 тычек дал, из них 4 промахнулся на дедке. Гений. Извини, я так не умею. Пойдет, пойдем на топе заберем. Го на топчик. Смотрите, там какая суета. Там, правда, Магнус с хостой. Вот это проблема. БС они заберут, да? Я БС могу попытаться забрать. Вот туда. Хорошо. Прям четенько он так на меня вышел. Пойдет. Хорошо. Энигма там еще, ё-моё, я забыл совсем про Энигму. Прикинь, это против четверых так сейчас такая напруга, да? А там еще Энигма. Вспомнил. Так, мне чуть-чуть до даггера остается, в принципе. Чуть фармим и погнали. Хороший врыв получился у ЕС. Четенько. Все четенько, ребят. Так, ну Сикер решил нас, короче... Ой, господи. Не держать в этой игре. Смотрите, в общем, если сейчас он вылетает, пофиг. Играем
по задаче, потому что один ре уже... Я, если честно, я уже ре 6 где-то сделал, потому что... Вы все равно не видите, да, сюиты? О, найс. Можно не объяснять. По кайф, погнали. Я ре очень много раз уже просто делал. Реально. Этот видос... Вот, блин, у меня сейчас каждый видос в рубрике «А что если?» пишется за огромное количество игр. Я не знаю, почему, но мне просто банально не везет. С первого раза не получается отписать видосы. Почему так? Я не понимаю. Ну да ладно, не суть. Если даже он сейчас вылетит, этот игрок, то... Мы не будем ре делать, мы будем писать далее. Так, у меня дагерочек есть, надо гнобить по чуть-чуть. Гнобим по чуть-чуть. Надо гнобить по чуть-чуть. Вот так напишем. Да что ж мне не везет так по рунам. 500 хп Магнус Аркана. Это четверка будет, да? Забери. Хорошо. Че, пойдем, наверное, сейчас на базу сходим. Можно тут сейчас первого крипа дропнуть. Как раз на базу сходим и с телепорта. Надо что-то пойти. Надо к Энигме в лесочек сходить. К Энигме в лесочек сходим. Хорошо. Один есть. Один есть. Манго тоже в помойку. Не пригодилось. Погнали. Антимук. Хорошо. Магнуса надо бы. Сейчас мы Магнуса туда же. Сначала Магнуса. Хорошо. Отличненько. На тени две кнопки нажимать умею, между прочим. Несложно вроде. Вроде несложно. Вроде несложно. О, наверное, где-то здесь вард пнем. И Энигму надо ждать. Да ладно. Ты куда собрался? Крыльями машет, он там хочет улететь. Террорблейда превратиться в своего брата. По доте, а не по Варкрафту. Так, есть. Вроде тушим. Вроде тушим. Пойдет по чуть-чуть. Сейчас Энигму можно будет подождать. Подойдет. Шейкер где-то что-то, что смеются? Что там с Шейкером смешного произошло? Мне тоже смешно становится. Хорошо. Хорошо, рунка есть, да, рунку бы забрать. Рунку бы забрать. И на базу сейчас пробежимся, наверное. Застакаем еще допом, ага. Твинхед в центре несет уже. Вот так сделаем. Хорошо. Пойдет. Анстапа был, был, вопросы есть, нет. Так, ребята, вроде... Вывозят, да? Да не могу тоснуть, прикинь. Хорошо. По чуть. Надо подстакивать, начинать. Знаете почему? Потому что чем раньше мы это начнем делать, тем лучше. Тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Крипы начнут застакиваться, закупориваться. И все. Сейчас еще подстакаем, потом подвинем. Хорошо.
Отлично, еще крипи сюда. И по чуть-чуть сейчас сделаем. Убиваем, стакаем. Аганим хочу сделать, чтобы монопул побольше был. Боесик там бегает. Опа, хорошо, гоу. Сейчас мы к ребятам придем, настигнем их. Пойдет. В центре есть, я если найду. Так вот, дели. А куда ты идешь? О боже. Хорошо. Куда ты так полетел быстро на сикере? Ну что это такое? Прикинь, я думал он такой, ну медленный, да, БС? А он очень быстро так побежал, это жесть просто. Это жесть, как он быстро побежал. А я туда кидаю антимага и думал замутить еще одну кнопочку. А он так быстро побежал, что я тупо не успел. Вообще жесть. Иду, иду, иду. Хорошо. Так, почти есть и гоним. Пойдет. Начало было тяжеленьким, да, такое? С Магнусом стояли. Магнус молодец. Но, тем не менее, уже чуть полегче. Погнали. На базу сходим, ману пополним. Ману пополним, как раз тут еще крипули поставим. Не забывайте, что за это вы можете получить бан, ребята, я напоминаю. Напоминаю, за это вы получите бан. Если будете так делать, не повторяйте этого. Реально не повторяйте, я не шучу. Я не шучу. Куда ты пошел? Серьезно? Мы пытаемся блоковать все, что тут. Хорошо. Откинул его на место. Вернул на место хейтера. Хейтеров стоило просто. Пойдет. Пойдет. Так, стоямба. Отлично. Дедугана сюда же. По чуть-чуть сейчас. Так, нам вообще нужно ДДшку с умом использовать. Погнали. Иду. Так, поле, не вижу поле. Оп, хорошо. Акса задушили таки. Ну, печалька. Не-не, мне не надо меня трогать. Пожалуйста. Мне не надо меня трогать. Хорошо. Эх, не успеваю, да? Не, успеваю, нормально. Оп, вот так сделаем. Круто было бы еще каталашки сюда закидывать. То есть, понимаете, да, какой смысл? Каталашки настакать. Каталашки. Оп, найс. Сейчас вот здесь аккуратненько дырочку. Туда дырочку. По чуть-чуть. И по кайфу будет. Хорошо. Вот сюда сейчас поближечки сделаем. Курмагаз. Оп, найс. Так, вот тут почти дырку закрыли. Вот здесь вот закрываем. Не закрыли, да? Или закрыли? Все, закрыли. И можно вот так вот сейчас по чуть сюда накидывать. О, ката. Кату обязательно, ребята. Просто must have. Это важная цель. Каталашку надо обязательно. Каталашка важная цель. Деремся. Деремся и фармим.
И вот этот вот, если сейчас на подруинил, сейчас идет. Немножко так не кайфно. ПТ-шку не подобузил печалькам. Ес, подруинил. Идет, я бы мог его тоснуть. Хорошо. Депортация произошла. Депортация. Внизу там тушатся. Так, еще подстакать. Есть. Этого передвинем потом. Че, го, наверное, подеремся чуть-чуть. Сейчас руна будет, как раз по... сейчас вот это тут еще кинем. Кинем еще. Кинем еще, вот так сейчас закроем. Уже одну треть я сделал. Одну треть сделали. Сейчас руну заберу еще. Вот так пойдет. Пусть будет. Погнали. Воду шить. И руну еще. Почуть-почуть, сейчас 22 минута, где-то примерно к 30-й я все должен буду закрыть уже. И с 30-й будем почуть-почуть душить, это будет имболом. По одному крипчику тут уже, в принципе, уходит. Ребята еще не подозревают эту тему. Что это и почему это, почему крипов нет, а потом вообще крипы с мида пропадут, понимаете, да? О чем речь? Бери. Какое? Сенты забрали, это мы забрали. Это мы молодцы. Тут вард по-любому есть, аккуратно надо. Так, есть этот у меня, огоним уже. Ты, брат, ну я с Аегой-то, ты-то не лезь. Хорошо, ну пойдет, ладно. Хорошо, я стакать. Пойдет. Успеваю, по идее. Эй, дядя, не надо, не торопись, брательник. Оп, хорошо. Пойдет. Сейчас будем чуть-чуть закрывать эту дырочку уже вот тут по чуть-чуть. Сейчас и там крипчика можно будет передвинуть. Сюда передвигаем и по чуть. Стрим снайпит и сидит, но так от стрима нет. Это видео. Лол. Это видео. Ката-ката. О, ката-ката-ката-ката-ката, пацаны. На месте. Каталашку. По-любому каталашку, ребята. Как без каталашки мега пуш-то, ё-моё. Бунт. Это чисто бунт. Хорошо. У меня третий работает, а мозги не работает. Нормально его там овнит. Так, маны пополнить. Хорошо. Сюда даешь. Сейчас вот тут дырочку подзакроем. Отверстие технологическое. Аегис есть у меня еще. Сейчас вот сюда кинем. Да, не забыть еще Аегис, надо попользоваться Аегисом. Так, сначала вот тут крипчиков. Ой, там крипы уже пытаются проходить, да? А вот здесь закрыл я уже. А все, уже вниз надо закидывать их просто вот сюда. Уже тут чуть-чуть осталось. Тут буквально 4 крипа хватит, чтобы это закрыть. Грамотно и все. И дедугана поставить в хитбокс, куда он будет проходить через статус фейзов. И все, вот тут сейчас вот сюда еще к этому крипу и к этому. И говорят, тут уже не пройти. Тут уже не пройти. Он дедуган идет, смотри, читер какой. Читер вонючий. Надо одного деда вот здесь вот закрыть. И все. Сейчас, который будет проходить, вот этот, его откинуть. Его откинуть. Хитрый дедуган, а это потом вот сюда подвинем. Сейчас деда вот здесь главное закинуть вот сюда в дырку. Жесть. А что если?
Так, ты куда? Стой на месте. Крипы уже так долго тут проходят, что... Не достал. Да, все, я его туда зажал. О, бро. Ес там застрял как-то. Все равно дед проходит, ля ты крыса. Так, почти есть. Этого сейчас вот сюда. Жесть, вот тут как будто какой-то проходик. Да, вот тут надо деда сейчас сюда закинуть прям. Деда закинем. Хорошо, ну там надо так настакать сейчас будет. Ща хз. Дедуган моросит. Давайте отсюда шахматы сделаем. Здесь, найс. Есть. Есть. Ката. Да что ты делаешь? Не надо так делать, дядь. Я сам тут закрою. Дату надо забрать. 100%. Есть. И еще вот сюда надо, в этот хитбокс крипочка. Так вот. Так, ну что, получилась у нас задача или нет? Да зачем? Не делай так. Ай, боже. Зачем? Алло. Что ты делаешь? Так, вот тут дырка есть, да? Так, а Ега у меня закончилась. Ега закончилась. Куда крипы будут идти? Так, тут они пройти уже не могут. Дед, куда пошел? Ах ты, читер. Сюда. Ага, тут у нас есть еще пробоинка. Сейчас мы ее тоже закроем. Так, не могу. Не могу. Сюда. Блин, вот сюда ложится, да? Вот тут надо закрыть. Сейчас тут закроем. Есть. Четенько встал, да? Ой, хорош. Все, найс. Четенько встал. Вот этого вот сюда. Все. По идее, все четенько. Го драка. Отлично, задачу выполнили. Mission complete, вот здесь у нас имеется. Давайте сюда. Все, тут ребята не знают, что делать. Тут сделана миссия. Теперь на низу будем пытаться это то же самое делать. Только нужно сделать пару драк. А потом это все выпустим. Даже я чуть-чуть раньше, чем в 30-й сделал данную задачу. Хорошо. Пойдет. Не забывайте, ребят, за такое вы можете получить бан. Сразу говорю. За такое можете получить бан. Бан в айкапе. Я поэтому зашел не с мейн, а с фейкового аккаунта, с которого пишу гайды. Если кто-то из этих челов, кто играет в ВС, напишет репорт, будет, конечно, не очень приятно. Потому что я потеряю один из своих аккаунтов. Но я все равно, я думаю, я разбанюсь за капсы. Но тем не менее. Держите в курсе, что так лучше не делать. Мега-пуш готовится. Мега-пуш. Всегда. Он один дед только вышел, да? Не пойду в артстыд еще. Пусть ходит. Один дед на дефе. Сейчас мы этого деда посмотрим, где он там проходит. Мы его закроем. Хорошо. Где дед проходит?
Так, дедуган, ну ты куда пошел? Ага, вниз пошел. Куда ты пошел? Жесть. Хитрый дед, а? Так, надо варник. ДДшка, иду. Надо драться сейчас. Сейчас драться надо. В миду. Погнали. Тут обсек будет. Сентри, обсерв. Гнус. Хорошо. О, Магнус там смыло. Хорош. Так, дед все равно где-то там проходит, прикинь. Читерский. Пойдем палкой вот этому дадим. Палкой хочу дать им. Смотри, 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 какой. Опа, я с мобхаком, брат. И я с мобхаком. Настиг. И БСник там еще. Так, дед все-таки как-то проходит. Где-то. Сейчас ТП на базу и посмотрим, где он там. Где он там, дед проходит? Че за дела? Уважаемый! Уважаемый! Куда проходим? Где? Вон дед вышел, смотрите. Все его зажало. Я думаю, вот тут где-то проходит он. Туда еще крипуля. Хорошо. Странный дед какой-то. Дед инсайт, наверное. Дед инсайт, наверное. Хорошо. Тут мы сделали, ребят. Давайте сделаем тут теперь. И будет мега прорыв. Мега прорыв. По чуть сейчас. Глядишь, и настакаем. Дед вон пошел. Ах ты. Он тут выходит таки. Ты заключенный, ты узник. Просто все, сиди. Заключенный узник. Сейчас, если низ так же сделаем, прикиньте, какую толпу можно насобирать. Потом просто пустим крипов, да, они подснесут немножко, и все. И все. Вот этого типа. Очень просто, там в 85-й карте очень широкие проходы, из-за этого немного проблематично это все делать. Это долго, да? Это очень долго это делать. Тем не менее, жесть, в миду уже там суета. Дед пройдет? Нет, все, дед не проходит. Mission complete. Mission complete. Mission complete. Будет круто, если просто одной полоской я их просто сейчас четенько застакаю, да? Будет вообще пушка. Вообще пушка. Не достану. Прям, прикиньте, одной полосочкой выстрою. Сейчас приду и подеремся. Катка минут 50 будет. Прикиньте, за сколько, за 50 минут от вот этого настакается. А жесть, тут уже посмотрите, сколько народу. Ой-ой-ой, бро. Найс. Ката. Ката нужная вещь. Вот так сделаем. Смотри, 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 дед что там уже побежал куда. Они уже пытаются куда-то, ну... Типа, суета начинается, они пытаются куда-то выйти. Че, еще разочек стакаем и погнали. На топ. Вот так вот сделаем. Погнали. Хорошо, там пару палок кину. Пару палок кину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну не пару даже. Палок 10. Хорошо. Ну бывает, бывает, ребят. Немножко застакались. Хорошо. Так, есть. Гоу. Также внизу зажму сейчас. Жесть, там ребят задушили. И стакаем.
Так, дедугана взял, это плохо. О, нормально, у нас есть блокпостовый дедуган, который поможет... Которого можно сейчас вот тут подвигать, тык-тык-тык-тык-тык, вот так вот. Все будет огонь. Не спушится. Надо, чтобы в миду кто-то еще поддефливал. Сейчас вот так выставим, уже чуть-чуть осталось. Хорошо. Отлично. Так, у нас есть тут 6 крипчиков. Сейчас можно будет просто поподвигать аккуратненько. Тык-тык-тык-тык, вот так вот и все. Но тут может быть криво. Они могут спереди. О, идеально встал. Прям вообще тык-тык-тык. Если вот так вот бочком, ребрышком будут становиться, вообще кайф будет. Прикиньте, да? Вот это вот туда. Ой, да ладно, смотри, как офигенно. Просто по кайфу, смотри, как он становится. Прям ровненько, полосочка. Если так полосочка они сейчас будут становиться, так это ж изи. Это ж изи. Кларетки пьем, мана нужна нам. Хорошо. По чуть, по чуть. Сейчас еще кинем крипчика. Давайте вот это вот туда. О, хорошо. Ля, как они четенько становятся, это кайф. Так, ну мне, в принципе, можно тут уже подрабатывать по чуть, да? Кини Airlines, вот этого должно хватить. Сейчас, по идее, сюда пару крипов и туда. Там дед уже может статусом фейзов здесь проходить. Сейчас посмотрим. Ля, как они здесь становятся. Кайф. Так, ну тут я уже пройти не могу. Боковиночку сейчас сделаем. Посмотрим, что тут проедут. Ката, 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 ката. Кату надо выудить. Есть. Выудил. Мне кажется, этого уже должно хватить. Сейчас вот сюда еще крипи. Офигенно тут становится. Прям четенько. Сейчас, оп, опять сбоку, да? Не надо. Они сами все делают. Блин, я тут блокпостового убрал крипа, на котором телепортируешь. Так, и что получается у нас? Где у нас пробоина? Эх ты. Читер. Все, низ заблочен тоже, да? Есть. Отлично. О, у меня уже начинает FPS просаживаться. Низ я закрыл. Хорошо, на топе теперь суету можно наводить. Мега прорыв. Есть. Сейчас еще топоси закрыть. Ну, судя по тому, как я быстро закрыл низ, это жесть. Дед. Жесть, дед прошел тупо. Пойдет. Так, деда надо остановить, да? Или пофиг на нее? Не, давайте остановим все равно. Посмотрим, где он там проходит. Топ подождет тогда. Куда дед идет? Дед инсайд. Все, дед не проходит. Ну, они просто начинают ходить лево-вправо. Видимо, где-то находит место. Так, я могу отсюда, кстати, немножко поподвигать крипов, потому что у меня тут уже... Вот так вот, по чуть, тык-тык-тык. О, а ты куда пошел? Подожди, ты куда пошел? От крыса, а? Ой-ой-ой, ладно, разберемся. Хорошо. Хорошо. Ля, они не это, не стакаются. Почему? Смотри, что делает. Ля, ты что делаешь? Это ВТФ. Что ты делаешь? Откуда инфа? Ля, он мне мид сломал. Какая крыса на Энигме. Это что вообще такое сейчас было? Что это было на Энигме сейчас? Я не понял. Что это за врыв? Что это за врыв от Энигмы был? Жесть, там крипы пошли. Что эта Энигма себе позволяет вообще? Я не понял. Вообще, Black Hole в крипов Энигма. Это что за изюм вообще?
что на Энигме сейчас парень сделал, я не понял. А, жесть, там мид пошел. Какого хрена? What the hell? Чел на Энигме просто пришел, дал Black Hole в крипов. Издеваешься, что ли? У меня тут теперь много работы, надо мид закрывать. Дефнут, пусть дефает, жесть там фарма. Они же, прикиньте, без экспы, без нифига, надо крипов будет пустить. Так, 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 хату надо. Парни, чуть подержим. И пусть их крипы пушат. Они затригерят всю эту толпу. Энигму надо, блин, ловить. Энигму в миду. Энигма, смотри какой. Криса, походу, да, Энигма? Петер, Криса, Энигма. Мы сейчас тут закроем. Я сейчас заново закрою все, просто попередвигаю. Мана нужна. Криса на Энигме, прикинь? Откуда он знал, что тут крипы так? Ну, типа, в миду крипов нет, это понятно. Откуда он узнал? Ну, там Магнус еще писал, да, что там крипы стакаются, внизу стакаются тоже. Что за кринж? Забаню Энигму. Он репорт на меня напишет, я ему отвечаю. Что он напишет репорт. Топ в итоге, я теперь не топ закрываю, да, а вот вынужден закрывать. Закрывать вот эту пробойну. Которая у нас тут образовалась. Отсюда сейчас надо бы закинуть как-то. Ну, не видите, наверх туда тяжело скидывается. Деф. Кто-нибудь задефает? Ля, ты чё? Ля, они уже начали, короче, понимать эту контору. Смотри, смотри, смотри. Ну, у нас, короче, мало времени, ребят. Надо суетиться. Отбивайте их, пацаны. Надо отбивать их. Отбивайте. Найс, руинишь. Так, ну у нас проблемы. Барды, деф. Поставьте. И отбивайте. А мы все равно добьемся своего. У вас не получится. У вас не получится сломать эту доту. Мы ее сломаем. Сейчас мы ее сломаем. Тут внизу уже армия готова. Ребята, некр хилит. Красавчик. Бля, он уже не стакается. Криса. Так, есть хотя бы одного крипа остановил. Надо тут пробойну сейчас закрою я вот эту вот, и все. Норм будет. Жесть это, конечно. Чисто крысиное нападение чуваки делают, поняли, да, уже с контору прочекали и начинают приходить. Но мы это как мы сейчас все выпустим, просто нужно быть не дэйв. Смотрите, они крипы, короче, начали что делать. Они не останавливаются. Хорошо, вот так значит остановится. Значит, остановится. Сейчас еще кину крипчика. Так, сделаем. Хорошо. Прикинь, какие крысы, а? Вообще жесть. Ну, топ я не успею сделать из-за того, что у нас тут некоторые проблемы, ребятки. В виде непогоды. Крысиного нападения и прочей всякой темы. Вот так делаю. Хорошо. Ля, они, короче, просыпаться начинают. Видимо, слишком большое количество. Какой-то есть, возможно, предел по механике игры, да? А, вот так вот, стака крипов. Да, видите, они начали, короче, просыпаться все. Просыпаться все начали. Когда их подстакиваешь... Вот дед сейчас не проснулся, очень странно. То да, то нет, понимаете, да? То есть внизу там уже. А что если дота просто крашнется? А, вот саритяне просыпаются тупо уже. Это же плохо. Это плохо, ребята. Так, ну ладно. Что мы имеем? Тут у нас небольшая дырочка. В принципе, обычными крипами. Вот этими не варик закидывать. Эти крипы не слушаются.
А, смотрите, я не могу там уже подстакать. Они идут все равно. Хорошо, хотя бы одного поставили. Найс. Одного поставили. Вот так они ресурсы можно делать. Ресурсы можно делать. И не того. Прикинь, двоих сагрил. Ой-ой-ой. Вот тяжело, да? Энигма изначально вот эту тему подзаруинила. И все, сейчас очень тяжело это делать. Крипы не слушаются, короче, теперь. Теперь они не слушаются. Но у нас тут, в принципе, небольшая дырочка. Блин, нам чуть-чуть попотеть. Буквально три заходика, я думаю, все будет огонь. У нас внизу тут настакано. Чуть еще потянем. Вот так делаю. Не останавливается уже все. Не получается остановить их. Не получается. Не слушаются они. У них какой-то есть план, короче, у этих крипов, и они его придерживаются. Сломала Энигма. Давайте попробуем вот так вот сделать. Крип разбудится, да, наверное? А, нет, передвинулся. Передвинулся. Очень странная тема. Вот так сделаю. О, дропнулся. Хорошо, вот здесь вот, тогда вот этого берем, перекинем сюда, этих сюда. Хорошо. Есть, и сейчас вот сюда покидаем. Есть. Так, сверху тип не может пройти, да? Ага. Есть, сюда. Отлично, сейчас закроем заново. И надо будет подраться несколько драк, а потом пойдем пушаить. Я закрою его. Во, найс, сейчас чуть-чуть остается. Хорошо, одна дырочка. Кату закинем туда. Оп, не получилось. Но почти, почти. Чуть остается. Сейчас прикиньте, опять они приходят и опять руинят. Вот это будет кринж. Так, ну есть небольшой там проходик. Проходик сейчас тут закидаем, и все будет огонь. И миссия дальше продолжается у нас. Да тут внизу вообще у нас так оно уже жесть. Сейчас почуть-почуть. Так, кто первый выйдет, тот туда и полетит. Все, закрыл? Найс. Все. Погнали. Ребятам помогать. Иду халповать. Жесть, там уже артефакты. Гоу. Там артефакты видели? Я уже, мне кажется, не такой сильный, которым был. Там арты жесть. Пацанов. Хорошо. Отлично. Ну, деремся, бро. Ой-ой-ой-ой. О, пашки работают. Так, он вот сюда прыгнул. Вот там крипы. Там есть небольшая пачка крипов, которая может сделать вещи. Низ. Низ. Откройте. Низ пусть. Идет. Пора. Пусть. Мид тоже. Открываем. Ля, пошло дело. Сейчас какой будет мегапуш. Не деф. То есть сейчас пойдет дело. По низу го. То есть пошло дело. Они тупят, посмотрите. Они не идут просто. Они просто не идут. Пусть нам мид немножко подсломает, ребята.
Жесть, они просто не идут, просто посмотрите. Год с этой пачкой, мид не трогайте. Пусть будет. Жесть, сколько крипов на стакана здесь. Так, мне бы муршант взять, да? Муршант. Мид надо было, блин, надо было мид немного вот тут, да, тавер подслить. Но крипы быстро справятся там. Крипы быстро справятся. Там нечем дефить. Тавер тупо стоит на положнике. Сейчас мид откроется. Хорошо. Есть. Мид сейчас откроется уже. Жесть. Это мега пуш. Просто мега пуш начинается. О, пошли, пошли крипы. Найс. Антимук. Попавси. Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть. Откроется. Ля, там внизу деф пошел. Ой-ой-ой. Прикинь, если бы там были какие-нибудь деф-артефакты такие лютые. Ну, жесть, все, оставляем тэшку. Там по-любому сейчас начнется веселуха. О, щит. Дэм, бро. Оп. Магнус еще сейчас прыгнет. Внизу что там, БСник? Хорошо. Все. Го туда. Сыра еги, сыр заберем. Смотрите, все, пошло дело. Сейчас открываться будет. Низ, крипы закончились, там небольшая патчика была. Я надеюсь, они не совсем крашнутся, эти крипы. А Магнус прыгать будет еще. Берите. А, Егу. О, пошло. Первая пачка вышла. Вышла пачка. Вышла пачка. Блин, они не все выходят, короче, крипы. Смотрите, они обратно еще идут. Они застакались настолько жестко, что, смотрите, они просто обратно идут. Они не идут. Они не идут. Лол. Просто не идут. Офигеть, я не знал, что они не идут обратно. Это жесть, сколько тут крипиев. Вот тогда. Пусть они пушанут. Оставь, оставь. Не бей, ну куда ты разогнался? Пусть пушат. Разогнался там на лёрике. То есть они обратно уходят. Пусть идут. Идем. Да не откомбэчат они. Жесть, тут столько крипов, за столько золота. Пусть. Мы сейчас в этот, вот отсюда, вот сюда крипов кинем. Смотрим, что будет. Жесть, смотрите. Прикиньте, сейчас сюда с Black Hole залетает. Магну. Магнус затриггерил немножко, да? Некро подхиливает этих крипев. Внизу антимаг с бафом Магнуса. Фармить просто антикрип, прикинь. Все, пошло дело, крипы вышли. Низ бы еще как-то, но низ там вообще серьезно. Смотри, смотри, антимаг заходит. Антикрип пошел. Пошел антикрип работать. Чувак, иди. На мясо, прикинь, на мясо кинул этого гулю. Просто на мясо. Так, ну чё, крипы... Да они не агрятся, прикиньте, они не идут, короче. Они не идут почему-то. Короче, они не хотят идти. Уай, это жесть. Что за кринж? Дайте пофармить, говорит. 100к будет. 100к будет. Жесть, просто посмотрите. Они не выходят, они, короче, багаются. Багаются вообще жестко. И, короче, не выходят тупо. Они стоят, как на дефе. Стоят, как на дефе. Они как на дефе стоят. Смотри, поджигалку пошел. Ах ты. Твинхедница поджег моих крипов. О, сколько там миллионов золота он зафармил. Это называется, как не выиграть, как не запушить катку, а как заруинить ее.
Это жесткое что-то. Что-то жесткое. Это что-то жесткое. Дайте мне, пожалуйста, мой артефакт. Жесть. Они не выходят тупо. Крипы забили на свою работу, на основной. Смотри, смотри, сикер что делает. Ну, может, сагрит так, стригерит их. И они пойдут. Смотрите, сколько. О, жесть. Мега пуш пойдет у нас сегодня или нет? Выкурили чувака тупо. Они не хотят идти. Они не хотят эти крипы идти. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Вы просто посмотрите, что происходит. Дота поломалась. Они не хотят идти, эти крипы. Крипы не хотят идти. Я ору просто, это жесть какая-то. Это просто какая-то жесть. Пока не спушите. Есть, там внизу, смотрите, пошли ребята. Тут антимук по-любому. Нету. Смотри, Магнус пошел работать. Магнус пошел работать. О, жесть. Так, ну в миду чуть-чуть крипчиков вышло. Я не понимаю, почему крипы не идут, остальные. Это бред какой-то. Это какой-то бред. Так, Аксевич нас покинул, да? Кикаем. Аксевич нас покинул. О, вон там, вон, гоу. Нигма. Брат, я помогу. Хорошо. Во, пошли. Пошло чуть. Го, низ. Я с травелами. Некр стоит хилить этих крипиев. Бро, они все равно отсюда никуда не уйдут. Жесть, как они поломались. Это бред какой-то. Так, Аливарик, че у нас потерялся? Ну, даже. Его разберем. Го ломать. Жестко. Но у нас одно есть, один огромный плюс есть в этой всей стратегии, то что у нас всегда есть чем дефить. По факту. Всегда есть чем дефить, ребят. На дефе всегда есть крипы. То есть можно не переживать. Можно вообще не париться. Это получается видос уже, что если сломали доту просто. Го ломать. Надо тэшку. Тэшку, сторону сломать надо, 100%. Ребята, короче, не буду дефить, походу, они пошли в атаку, но там такой мега деф. Там такой мега деф, что... Ребята, если что, помогут, надеюсь, да? Отлично. Пуш, 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 пуш. Там жесть, поджигалка. Поджигалка. А Магнус пытается пушить, у него ничего не получится. У него ничего не получится. Магнуса ничего не получится. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду под ноги себе. Ах, прикинь, сбоку зашел. Надо дефиться. Туши. Хорошо, низ я доламываю. Палочник в действии. С одной каталажкой ломаемся. Надо же это как-то еще закончить, правильно? А то, как бы, ну, дефить у нас есть чем. А вот пушить немножко проблематично. Так, там БСник байбэкнулся. Жесть, 60 минут непонятно чего. Реально. Куда Леорик, интересно, делся? Гомит. Леорика туда же сейчас.
Что за кринж? Я такие видосы давно не писал. Называется кринж-видос. Кринж-видос. Тут, ну, короче, вот эта пачка недосягаема. Парни, внизу демонстративно зафармите. Так, это есть. Давай, давай его. Где Лёрик там? Хорошо. Лёрик рассыпался. Стойте, стойте. Пусть кто-то из них не зафармит. Парни, не зафармите у нас. Сколько золота даст? Сколько золота даст? Сори, сори, там тарава такая, жесть. Это жестко. Я орну, если мы это проиграем, но мы тут не проиграем. Не будем мешать. Жесть. Сейчас давайте, я просто хочу посмотреть, сколько золота даст. А мы сами в топ пойдем, пока они там низ, если что, ломать будут, чтобы мы не проиграли 100%, мы, если что, просто сломаем. И все. Клинхед ультой, посмотрим. А, жесть. Ой-ой-ой, Энигма прыгнула. Ох, как лагает. Сколько золота. Ее крипы сейчас убьют, интересно. Лагает аж. Там уже лагает, смотрите, Энигма не вывозит просто. 7к золота. Просто 7к. А прикинь, туда алхимика. Еще твинхед сейчас туда. А мы как крысы, короче, топ ломать. Забайчено, короче. Жесть, там Энигма 7к золота апнула. Блин, это жестко, ребят. Но я не мог не слить этих крипов. Знаете почему? Потому что, ну, смысл видоса. Здорово. Найс. Ару. Что это за кринж? Что это за кринж дота получилось у нас? Ребят, ну вот такой вот у нас получился видос. Тут мы будем уже, конечно же, заканчивать. Почему нет? Это было жестко. Реально, это было жестко, это было интересно. Но немного другого результата я, конечно, ожидал. Что если просто мега пуш, но и у нас крипы, получается, поломались немножко. И немножко не удалось. Но, тем не менее, получился вот такой вот крутой видос, ребят. Как обычно, для вас крутые видосы. Спасибо всем, кто поддержит, спасибо всем, кто смотрит. Ну и не забывайте, конечно же, оставить свой комментарий по поводу этого видео. Как вообще это видео, как вообще эта идея. И не забывайте, что за это вам могут дать бан. Поэтому такое делать не нужно, ребята. Это жестко, реально, это жестко. В принципе, все. С вами был Ксеназос и до скорого.